В июле омские сурдлимпийцы представили наш регион на высшем спортивном уровне на 23-х летних спортивных соревнованиях «Люди с нарушениями слуха» в Турции. Алена Филюшкина, Елизавета Трущенко, Светлана Безякина, Максим Гусаков и Анастасия Чумак, выступая в составе сборной страны, получили 3 серебряных и 1 золотую награды. Их высокие достижения были отмечены в правительстве Омской области, где губернатор Виктор Назаров вручил спортсменам денежные сертификаты. Сегодня вы всем показали пример активной жизненной позиции. И с вас будут брать пример наши дети. И вы сегодня будете примером активности занятий спортом наших омичей. Вы прославили Омскую область. Это для нас тоже сегодня очень важно. Ну и, конечно же, наша задача – это оказывать всяческое содействие, чтобы вы могли дальше реализовывать себя. Я еще раз хочу вас поздравить с победой, сказать вам еще раз огромное спасибо и пожелать вам дальнейших успехов в ваших спортивных достижениях. Серебряного призера соревнований Светлану Безякину на церемонии ждала еще одна почетная награда. Из рук Виктора Назарова она получила удостоверение и знак «Заслуженный мастер спорта России». Не остались без внимания губернатора и наставники, подготовившие плеяду замечательных спортсменов. Огромное спасибо хочу сказать тренерскому составу. Это действительно люди, которые, наверное, отдают свою жизнь, все время, свою душу для того, чтобы вы могли сегодня быть на пьедестале победителей. Тренерам Елене Савченко, Михаилу Цинаеву и Валентину Мурзину он также вручил денежные сертификаты. В качестве вознаграждения атлеты и их наставники в общей сложности получат более 11,5 миллионов рублей.